Всем привет! Сегодня у нас в гостях вот такая вот куча посылок. Здесь 31 посылка. Сейчас мы это все аккуратненько распакуем и посмотрим на каждый товар в отдельности. Но если вы хотите что-то посмотреть детальнее, пишите в комментариях, что бы вы хотели, на что бы я снял более детальный обзор или там более детально его визуально показал. Пишите, я отдельно сниму ролик. Также пишите, что бы из этого всего вы хотели, чтобы я разыграл. Не забывайте эти комментарии отмечать лайками, то есть то, что больше всего лайков наберет, то мы и разыграем. Прежде чем мы приступим к распаковке, я хотел бы объявить о конкурсе по просьбе подписчика Dilson in YouTube, который оставил свой комментарий под видео распаковки колонки Honor компании Huawei. Для того, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть вот эту колонку, необходимо быть подписчиком канала Китай Goodbye, вот здесь где-то кнопочка подписаться. 2. Поставить лайк этому видео, поделиться этим видео в любой социальной сети на ваше усмотрение и оставить комментарий с ссылкой на пост, где вы поделились этим видео. Как только это видео наберет 250 лайков, мы разыграем, я проведу онлайн трансляцию и разыграем вот эту вот колонку. На этом у меня все. Участвуйте в конкурсе, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок! Вот такая вот куча разных товаров. Сейчас мы давайте детальнее на все смотреть. Но прежде всего я хочу отложить. Так, вот это вот. Он уже был у нас. Браслет для выживания. Давайте мы на него посмотрим, отложим его сразу, потому что он у нас был. Вот, и главное, что есть вот стержень. Я рассказывал в одном из видео, с AliExpress взял, и там не было вот этого центрального стержня. Браслет точно такой, единственное, там был компас, но не было вот этого вот стержня. И у продавца написано, были фотографии, где не видно, есть ли стержень, а внизу черными буквами на белой фотографии написано, что стержня нет. Как бы и не обманул, но было очень неприятно. В общем, браслет вот такой вот. Качество классное, это покупалось на JD, я изначально их покупал по $1, а потом были по 39 центов. Я взял еще несколько. Вот так это выглядит на руках. Давайте разыграем этот браслет. То есть под этим видео оставляйте комментарии, кто наберет наибольшее количество лайков в комментариях. То есть отмечайте понравившиеся вам комментарии. И этот человек с наибольшим количеством лайков получит по умолчанию этот браслет, как только это видео наберет 200 лайков. Поэтому ставим лайк, делаем комментарий, и если вы за ваш комментарий проголосовали, вы получите вот такой вот браслет. Их я заказал несколько штук. Вот так они выглядят в таких пакетиках, с такой коробочкой приходят. Вот, отличное качество, мне очень нравится. Откладываем. Далее хотел бы сразу отложить вот эту сумочку. Давайте мы ее откроем, взглянем на нее. Косметичка от фирмы Schwarzkopf. Вот такие вот у нее пластиковые вставочки. Так вот она раскладывается. И довольно-таки вместительная косметичка. Качество очень понравилось и жене, и всем, кому я ее покупал. Вот еще одну я купил, не помню за какую цену. Вот такая вот косметичечка. Хорошая косметичка, поэтому откладываем. Далее, что я хотел отложить, это вот стекло для телефона Blackview. Это попросил меня друг заказать ему, я его ему заказал, но у телефона у меня нет, поэтому примерить от него или нет я не могу. Это пришло с AliExpress, ссылка будет в описании. Телефон, модель телефона старая, поэтому возможно может кому-то понадобится. Ну в описании посмотрите, точная модель будет и ссылка на продавца. Со стеклом все в порядке, идут вот такие две салфеточки, ну два стекла, соответственно два комплекта. Тут какая-то еще шнурочек, то есть помимо всего, там еще какой-то шнурочек лежит, то есть как подарок, наверное, дополнительный для того, чтобы можно было прицепить к телефону. Откладываем. Далее, у нас еще была вот такая вот штука, я купил их еще две штучки, потому что она стоила, я не помню цену, в описании будет ссылка, она стоила очень дешево, это продается в магазине JD. Эта штука для подсветки книги вообще позиционируется, она раскладывается, вот, уже была у нас, поэтому распаковывать не буду. Я взял еще на подарок. Далее, Mi Band 3 тоже покупал по распродаже. Откладываем. Было у нас еще вот это вот Riva. Riva купил тоже за $1. Она стоит $1. Это для
Здесь вставляется одна батарейка АА. Триммер для носа. Он покупал я его уже, и я им пользуюсь. Отличный триммер. Так все здесь аккуратненько сделано, красиво. Ну реально он очень прикольный. Стоит всего $1. Ну, по распродаже. То есть распродажа периодически бывает. По-моему, так стоит $2 или $3. А по распродаже за доллар вполне реально купить. Их несколько раз были распродажи. Внутри идет инструкция и щеточка для очистки. Он уже у нас был, поэтому мы тоже его откладываем. Еще один товар, который у нас уже как-то проскакивал, это вот такой вот фонарик. Он еще обмотан такой вот ниткой, но он черного цвета, у нас был красный фонарик. Здесь еще защитная защелка такая, чтобы кнопка включения не нажалась. Ну, прикольно. В общем, фонарик, смысл в чем? Здесь есть подсветка ультрафиолета, есть обычный фонарик и лазер. Лазерная точка. Вот так выглядит фонарик этот, лазер. Все отлично, карабинчик рабочий. У меня, карабинчик рабочий сказал, и он сломался походу. То есть что-то здесь вот вылезло, и он сломался. Ну не суть, в карабинчике, я его покупал за какие-то копейки, поэтому карабинчик, конечно, хоть и жалко, но ничего страшного не произошло. То есть карабинчик вот сломался, вылезло, наверное, тут надо эту пружинку вставить обратно или... Ну, в общем, я посмотрю. Ну, как-то так вот это выглядит. Все. Далее у нас пойдут товары, которых еще у нас не было. И начнем мы с очков для кота. Это я, у меня нет кота, нет животных, поэтому я найду, кому их подарить, для, у кого есть из моих родственников кот, и подарю им эти очки, и дополнительно сфотографирую, как это будет выглядеть на коте. Ну, они вот такие вот маленькие, и на лицо, на мое, я как бы попробую одеть. А, не, они очень маленькие, поэтому не оденутся даже на лицо. Вот, попытка не удалась. Ну, вот выглядят вот так круто все. Вот, откладываем. Я дополнительно фотографию выложу. Найду какого-нибудь кота, мы ему примеряем это, получится или нет. И постараюсь выложить фотографию. Этого не было, покупалось на AliExpress по какой-то акции. Там дешево, очень дешево вышло, поэтому купил. Далее, рогатка. Рогатка, кстати, это шла очень долго. Отлично. Рогатка. Это пластик, это не дерево, пластик, металл. Пластик, кстати, я вот немножко хрустит, и мне кажется, что если сильно натягивать, то со временем он, или если пару раз уронить, то мне кажется, что пластик разлезется. То есть, но в любом случае, такие вот резинки внутри, шарики для зажима вот здесь, и кожаный, не помню, как эта штука называется. Ну, давайте попробуем ее собрать. Ну, хорошо, все сделано. Вот так это выглядит в сборе. Отличная рогатка. Тугая. Я надеюсь, она не сломается быстро. Ручка у нее. Но в любом случае можно будет ручку поменять и добавить. Но она хлипковата, поэтому сильно уж... Может отлететь эта штука в лицо, я думаю. Но круто, буду пользоваться, попробую. Покупал для себя пострелять по баночкам. Ну, посмотрим. Может быть, отдельным видео выложу, как стреляю из этой штуки и вообще процесс расстрела баночек. Далее, вот это вот что? Это даже не подозреваю, что это. Давайте открывать, смотреть. Это... майка, что ли? Или какая-то сумка, или что? А, вспомнил. Это сумка для чемодана. Купил чемодан Xiaomi и маленький размер, 20-дюймовый. И для него купил чехол отдельно по распродаже, отдельно в Алиэкспрессе. Так, для чемодана Xiaomi не совсем подходит, потому что здесь вот ручка, тут получается отверстие для ручки по центру, а здесь оно немножко правее. Ну, одна подошла, вот так это выглядит. Ну вот, боковая ручка тоже находится вот здесь, получается, а в чехольчике этом она по центру, то есть для Xiaomi точно не подходит. Ну, как-то так выглядит. Вот, снизу крепится на резинку, вот такая вот резинка,
и защелочка тоже вот молния. Но нитки вот лезут. Вот немного швы немного полезли. То есть, ну, такое. Такое я бы не взял, в общем. Качество не фантастическое. Далее вот такой вот джет самолетик. Мне казалось, это из магазина JD, мне казалось, он немножко больше. Вот, я его не буду сейчас раскрывать, я его сегодня вечером вручу ребенку, и уже с ребенком потом досниму кусочек видео, как вообще он выглядит вживую. Поэтому сейчас у нас он так в коробочке остается, после того, как вручу ребенку, он откроет, и после этого досниму, как он выглядит. Но мне казалось, что он будет немножко больше. Откладываем. Далее, две тряпочки из JD. Это для автомобиля, для мытья автомобиля. У меня там уже две тряпочки, которые в автомобиле пришли в непригодность, поэтому я купил себе вот такую. И, кстати, я забыл, что я купил уже такую. И буквально на днях купил еще. Думаю, надо же купить. Полистал, несколько страниц пролистал и не заметил, что я уже купил. Вот. Так выглядит тряпочка, она небольшая, вот такого вот размера, маленькая. Здесь какой-то вот пух, не знаю откуда он. Такие шарики какие-то, но они снимаются, то есть качество приятное и за заусенки не цепляется, как у других тряпок предыдущие, которые были. Вот. Но для мытья автомобиля, для протирки стекол, и она очень приятная тоже на ощупь, но не такого качества, как были предыдущие тряпки у нас в распаковках. Откладываем. Далее вот такая вот еще тряпочка. И это тоже, наверное, скорее всего из магазина JD. Как ее раскрыть? Ага. И это, скорее всего, такая, как у нас уже была в распаковках. Это та, которую жена попросила купить ей еще одну, и я и купил две, потому что, ну, разного цвета. Была у нас такая оранжевого цвета, да, это немного цепляется за заусенки на руках, но довольно-таки приятная на ощупь. Ну, вот где у нас есть на пальцах заусенки, она немного неприятно цепляется за них. Вот так выглядит эта тряпочка. Вот такого вот размера. Небольшой квадратик. Ну, полотенечко. Маленькое полотенечко. И еще, я думаю, еще какое-то придет, потому что нам там отправляют рандомом цвет. Вот. И жена просила, я несколько их купил по отдельности в разные заказы. Откладываем. Далее тоже из JD носки с спанч, из мультика Спанч Боба. Вот так выглядят они. Вот. Они типа якобы универсальные, но... Больше они с женские. Вот такие рисунки. Внутри все сделано качественно. Идут еще где-то с котиками. То есть заказывал я еще давно, очень давно, уже 39 дней. Несколько, 4 или 5 пар с котиками, которые... Вокруг, ну, маленькие, которые идут до косточки, носки обрезанные женские с котиками. Но почему-то они не идут, жена их ждет. Я еще заказал 3 пары, потому что, ну, те уже, наверное, не придут. Наверное, будет, надо будет открывать диспут. Но вот эти вот я буквально недели полторы назад заказал, и они уже пришли. Классные носки, хорошее качество, я думаю, жена будет довольна. Откладываем. Далее, давайте посмотрим бегло на наушники GoComa. Я не помню, какая цена у них была, но что-то очень дешево, и я взял их попробовать. Недавно купил наушники фирмы Boseus, но эти я покупал из-за того, что здесь есть TF-карта, и этот наушники мы посмотрим в отдельном видео, более детально о них расскажу. Давайте сейчас просто посмотрим, как они выглядят.
покупал для себя, потому что иногда неудобно из телефона слушать, а в принципе музыка одна и та же слушается, и можно в принципе залить на эти в карту и использовать так. Ну, сразу вижу, что такая большая у них голова, магнитится, вот, шнурочек и пультик. Провод, он как помятый такой какой-то, ну, он такой закругленный, скорее всего, внутри просто проводки перекрученные. И модель БТ, здесь у нас для зарядки карточка, громкость. В общем, более детально мы посмотрим отдельно на них, отдельным видео я расскажу, откладываем. Далее, вот такой вот порт Orica 4 порт, тоже отдельным видео я о нем расскажу, но вот как комплектация выглядит вот так. У меня есть 4-портовый Orica, так, у нас идет провод USB папа 3.0, несколько инструкций и сам Orica. То есть мы цепляем его на монитор куда-то. Прорезиненная здесь ножка. Вот это. Это тоже резинка. Вот в ней какая-то дырочка. Вот. Прокол какой-то. Снизу пластик. А вот эта вот передняя панель, она металлическая. Сзади у нас мы втыкаем вот этот вот провод папа, и спереди у нас получается 4 порта. И я так понимаю, здесь вот диодик подсветки, как он работает. Ну, более детально мы посмотрим в отдельном видео, пока откладываем. Далее, вот камера ваза, покупал я ее, точно помню, за $12. В среднем она стоит $22-19, то есть по акциям скачет цена. Покупал на Light in the Box, про нее отдельное видео обязательно будет. То есть сейчас мы на нее посмотрим просто, как она выглядит, комплектацию. Очень неплохая комплектация, смотрю. То есть здесь два шнурка, питание, еще какой-то микро USB, присоска и зарядник. Даже есть зарядник в автомобиль. Ну, это круто. Сама камера пишет неплохо. Вот такая вот она небольшая. Интересно. И она небольшая. И, ну, пишет, я посмотрел в обзорах, она пишет хорошо. Поэтому посмотрим, что нам прислали за $12. Ну, отличное приобретение, я считаю. Поэтому коробка, комплектация классная. Поэтому подписывайтесь на канал. Если вам интересно посмотреть на нее, обязательно про нее видео будет. Возможно, даже перед этим роликом, поэтому может даже первее выпущу, поэтому откладываю. Немного осталось товаров, давайте вот так посмотрим. Это датчик Xiaomi, датчик, по-моему, разбития, да, то есть на вибро срабатывает. Давайте откроем, просто посмотрим. Покупал я его за, по-моему, 6,99, была распродажа, то есть на Gearbest'е в определенное время, в определенное, по определенному купону или, по-моему, по флеш-сейлу можно было купить за 6,99. Несколько подписчиков нашего телеграм-канала отписались тоже, что успели купить, но кто-то писал, что у него не получилось. Идет в комплекте инструкция. Инструкция на китайском и есть даже русский есть. Вот. Вполне таки нормальный русский. Вот, международная версия получается датчика. Идет датчик в коробке, наклейка для него. И здесь коробка, скорее всего, то есть 90%, что она пустая. То есть, вот, дальше здесь пусто. Можно было, в принципе, и поменьше коробку сделать. Здесь уже наклеен один скотч, крышка снимается и... Вот так, мы его лепим куда-то на стекло, допустим, или куда-нибудь, где вибра может сработать. Ну, скорее всего, на стекла обычно их лепят, на разбитие, то есть на вибро. И вот такой вот датчик мы приобрели. Так, у него цена, по-моему, $9.899, по-моему, продается он, но можно было купить вот за $5.99 или за $4.99, точно уже не помню, но ссылка на акцию будет в описании видео, поэтому, кому интересно, можете зайти в описание, посмотреть.
посмотреть, почем точно я брал. Откладываем. Эндоскоп для камеры, то есть, ну, для телефона, эндоскоп. Я купил один и буквально через там пару дней купил еще один. Это, по-моему, в магазине Dress Lily я покупал по распродаже. Тоже ссылка будет в описании. Отдельно видео мы про нее снимем, как она работает. Но сейчас давайте распакуем и посмотрим, кто у нас здесь идет в комплекте. Идет какая-то вот такая вот пластиковая штука. Какие-то крепления вот еще. Тут магнит. Зачем, не знаю пока. И сам вот такой вот длинный шнурок с инструкцией. Ну, давайте откроем. Такая вот пульт. Сделано все качественно, красиво. Кнопка. Микро USB и сам вот сама камера. Тут есть подсветка у нас. Ну, это такой инструмент для более для профессионалов, которые там занимаются, не знаю, сантехникой или более тонкой работой. В автомобиле может подойти, если куда-то нужно подлезть. Вот. Поэтому еще одна идет, но отдельное видео обязательно будет про эту штуку. Отдельно снимем про нее более детальную распаковку. Откладываем. Кофты. Две кофты по распродаже из GearBest. Там за какие-то, я не помню, за мелкие деньги будет. Ссылка будет в описании. Но мы на них посмотрим в конце. А сейчас давайте посмотрим на вот эту вот штуку. Magic Lights. В общем, ну, крутая вещь. Сейчас мы ее сложим. Вот. Ну, давайте вначале для фокусов покажем, как она работает. И потом посмотрим, что еще она умеет. То есть, зачем вот эта вот пластиковая штука нам. По логике работает это так. То есть мы включаем, то есть, допустим, показываем в темноте, что у нас светится в этой руке. Потом, ну там, делаем какое-нибудь движение. И потом хоп, и она загорелась здесь у нас, в этой руке. Ну, это типа в темноте для каких-то фокусов. Это вот здесь у нас написано, то есть в инструкции, как этот фокус на английском языке проводить. То есть типа включили в одной руке, делаем там фокус, какое-нибудь движение, и в темноте оно будет не видно просто, что у вас на руке этот, что у вас на пальце эта мушка. Ну, как-то так, ну, насколько я понял. Вот, есть какое-то приложение в Google Play, в App Store, и с другой стороны у нас как эту мушку сделать в 3D. То есть ставится на телефон эта штука, включается какой-то ролик, и сбоку будет виден 3D момент вот этой мушки. Ну, давайте попробуем что-нибудь сделать. Итак, обдираем защитную пленку. По-моему, она здесь с двух сторон. Да. Вот, теперь цепляем на вот эту вот присоску. Вот такое вот устройство у нас получилось. Теперь мы его должны поставить на телефон, скачать какой-то 3D ролик, ну, присоской прилепить в центр, скачать какой-то 3D ролик, и вот здесь у нас будет по краям показываться эта 3D моделька. Сейчас мы это все попробуем организовать. Так, как это должно работать? Здесь у нас вот такая вот конструкция получилась. Она приклеивается на экран смартфона. На смартфоне находим видео голограмму и пускаем. И на экране отображается эта голограмма. Скажу сразу, что вот эту вот штуку можно слепить самостоятельно без вот этой вот резинки, она должна работать. Я делал такую систему, все работало, просто взяв пленку прозрачную. Здесь у нас почему-то затемненная пленка, наверное, на затемненной лучше будет видно. Вот, я еще не пробовал. Это все реально сделать самому без покупки, то есть, но если вы ленивые или не совсем там не можете найти пленку или еще что-нибудь, можно купить вот такое вот готовое устройство. Плюс вот здесь на инструкции я заметил, что здесь еще идет какая-то крышка. Вот в том, что я когда-то делал, такой крышки не было, и, ну, реально самой крышки этой нигде в коробке я не нашел, то есть либо ее не доложили, либо это неправильная инструкция. Но в любом случае давайте будем запускать. Вот, ну и вводим. Я зашел просто на YouTube, недолго мучиться, вот голограмм видео, и первое видео вот это вот, это оно, то что нам надо. Запускаем его на весь экран, в центр лепим нашу присосочку. Так, налепили прям на паузу. Вот, и как-то так вот это все выглядит. Давайте посмотрим сверху. А теперь посмотрим, как это выглядит сбоку.
Смотрите. Вот такая красота получается. Очень круто. Как раз вот это видео можно запустить, поставить на столе и просто релаксировать, поглядывая сюда. Конечно, не совсем удобно, то есть нужно на уровне глаз где-то это будет разместить, чтобы глаза видели именно сбоку, а не сверху смотрели и не под искосом, не на искосе, потому что вот тоже видите под углом. Вот, действительно, на затемненном лучше видно. У меня был прозрачный, и было нужно было выключать свет для того, чтобы было хорошо видно. Здесь же у нас видно все четко и так. Поэтому вот эту игрушку я рекомендую не только детям, а и взрослым. Я думаю, вам это понравится, лично испытать эти эмоции, эти чувства, вот именно в 3D посмотреть на этот костер. Вот, допустим. Видео на самом деле очень много подобных, с разной музыкой, можно самому их делать, в принципе, поэтому как один из вариантов для творчества тоже подойдет. Ну и последнее, что у нас пришло, это из GearBest, в таком красивом пакете GearBest, это две кофты, я не знаю, угадал ли я с размером, я надеюсь, очень угадал. Там была распродажа, то есть что-то там за 2-3 бакса можно было купить кофту, которая стоила там $15, допустим, но там оставались там 1-2 размера. Я надеюсь, что я угадал. То есть, ну, сейчас проверим. Первая вот такая вот с оленями, с принтом. Сейчас мы их распакуем обе, а потом я их померяю, подойдут или нет. Ну, мне кажется, что по рукаву должна, наверное, подойти. Ну, может коротковато быть рукав. И вторая вот. А вот это вот размером, скорее всего, угадал. Вот такой вот единорожек с капюшончиком. Качество, кстати, неплохое. Wuying. Здесь впереди у нас что-то, кармашек. Кстати, ну, действительно хорошее качество. И они просто зачищали, вот нитки какие-то есть, торчат, но их немного, то есть все вроде бы хорошо сделано. Ну, давайте посмотрим внутри вторую. Здесь у нас Людиалищи, XL. Ну, это и поприятнее, вот эта вот кофта, она поприятнее материала. Ну, давайте будем мерить, попробуем, посмотрим. Итак, первая кофта подошла с размерами, вот выглядит вот так, рукав, то есть даже можно вот немножко задеть на палец. То есть она еще тянется, мягкая такая. Вот, прикольно, в общем, сделано все. Мне очень нравится. Хорошая кофта и очень приятная на ощупь. Вот так выглядят эти олени. Как раз удобно, что осенью пришла. Буду ее ходить, таскать ее. И, возможно, даже в каком-нибудь ролике мы еще ее увидим. И давайте теперь вторую попробуем. Вторая кофта подошла, причем она немного свободнее. Вот капюшончик можно вот так затянуть. Вот, отличная, то есть никаких проблем. Она посвободнее, чем предыдущая. И очень классно сидит, но здесь материал такой немного потоньше, но тоже приятный на ощупь. И, ну, такая она более осенняя, не зимняя, потому что вот эта... Материал здесь немного, мне кажется, плотнее, и такой как синтетика, что действительно, ну, получше. Вот, но здесь она такая, попросторнее, посвободнее, вот, прикольно. Руки помещаются, сюда можно телефончик закинуть. В общем, и по тому, как она сидит на мне, мне вот это вот больше нравится. По тому, как выглядит, нравится вот это вот. Когда распаковывал, уронила вот эти вот штуки, размагничиватели, и поэтому пропустил их. Поэтому сейчас мы их посмотрим. Это намагничиватели, размагничиватели с AliExpress по 43 цента с бесплатной доставкой. Вот так они выглядят. Небольшие. Еще я недавно взял за доллар с чем-то Xiaomi-шный такой намагничиватель-размагничиватель. Гвоздики не примагничиваются. И так вот, чтобы намагнитить, нам вот сюда ее нужно вставить. Вставили, подержали, и я не знаю, насколько долго держать, но сейчас проверим. То есть я думаю, вот так, если подержать,
Все должно быть достаточно. Смотрим. Примагнитилось сразу. Ну и теперь, чтобы размагнитить, нам нужно сверху вот здесь подержать. И теперь она размагниченная. Вот. Ну, держит все равно, но уже слабенько. Довольно часто таки бывает, что нужно... Давайте еще раз поэкспериментируем теперь с другой. Вот, довольно часто таки бывает, что отвертку нужно примагнитить там где-нибудь в труднодоступном месте, где ты боишься, чтобы болтик не улетел, или ты хочешь, чтобы шурупчик держался хорошо, крепенько, пока ты его вставишь, насадишь, и такая штука очень пригодится в данный момент. Я обычный магнит цепляю на металл отвертки, просто прицепляю сюда неодимовый магнит и пользуюсь как обычной отверткой, потому что у меня не было такого прикола. Вот, но сейчас я его купил, теперь у меня он есть. Итак, намагничивает. Давайте посмотрим. И теперь размагничиваем. Все, не магнитит. Отличное приобретение, особенно за 43 цента в AliExpress покупалось. Вот, ссылка тоже будет в описании. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!